Аккуратно, аккуратно. Давай. Шерин лозы Сень. Нахуй, я ему сейчас, блядь. После выкашки пизда. Он сейчас просто отхватит, а потом просто не вылезет. Слушай, этот как фаник, маник, паник, ну, в общем, я не понимаю твоей логики, паник. Зачем ты выкатываешься вперед, если у тебя слева танк стоит. Ты все, блядь, ты так риску. Я вот эту хуйню вырежу, отвечаю, блядь. Не, типа, просто... Я вижу, вы там боретесь с танком, который спереди, он едет на него, и ему тупо слева Шеридан, короче, кидает. Я такой, типа, ну ок. Блядь, я даже найду этот, как я... Найду хуйню, над твоим танком поставлю загрузку, блядь. Давай я посмотрю с удовольствием. Бля, я не могу просто это пиздец. Самое интересное, он до сих пор молчит. Не совсем молчит. Он не выкупает, по-моему, просто рофла. Да, я его вообще не понимаю. Не выкупает, но он не ладно. Так, вот сейчас будет очень сложно. Смотри, на этом танчике можешь... Этот ромбиком вставать. У него из-за флешбортов. Я как бы так и делаю. Ну как ты? Ну ты не сейчас.